учился на актерском факультете музыкального училища в 1977, 1985 и 2006 год, актер Томского драматического театра. В 1985 году был приглашен в Ленинград режиссером Константином Лопушанским, которому коллега Платохина по театру показал его фотографию. В 1986-2000 год жил и работал в Москве, обладая колоритной и экстравагантной внешностью. Запомнился зрителям блестящим исполнением ролей отрицательных персонажей в костюмно-приключенческих картинах. К нему приклеилось злодейское амплуа. Например, роль бандита Луиджи Вампа в «Узники замка Ив» 1988, роль слуги в «Проклятии Дюран» 1993. Познакомившись на съемках последней серии «Приключений Шерлока Холмса» с Василием Ливановым и Виталием Соломиным, ушел в их театр «Детектив», где работал в компании Сергея Шакурова, Валентина Смирницкого и Д.Р. Снимался в клипе Александра Буйнова «Пустой бамбук». В 2000 году вернулся в Томск. По семейным обстоятельствам был занят в большинстве постановок Томского театра драмы. Был личным другом актера театра и кино Виктора Авилова.